Биоревитализация. Принцесс Рич. 18 миллиграмм гиалуроновой кислоты, и в состав входит глицерол 1 миллилитр в шприце, объем 1 миллилитр. Препарат используется область лица, область шеи, область декольте, кисти рук, любая зона, где требуется стимуляция пролиферации фибробластов. Вы знаете, что фибробласты, уровень их, как бы, локация их расположений – это дерма, глубина 2-3 миллиметра. Поэтому продукт Princess Rich, его классическое введение, классическое применение – это дерма 2-3 миллиметра. Техника микропапульная, либо макропапульная, либо точечно-капельная. На видеоуроке я продемонстрирую это и покажу интервал, расстояние, как правильно вводить иглу, поделюсь секретиками, как максимально не потерять препарат, потому что если правильно выполнять биоревитализацию, 1 миллилитра должно хватить, чтобы проработать лицо и частично зону шеи. Некоторых косметологов это удивляет, но это так.